И снова здорово, дорогие друзья. Вот мы продолжаем работу над телом человека. Уже разогрели. Ветер покраснел, он достаточно гиперемии. Как самочувствие-то? Замечательно. Как заново родился, да? Будем его декомпрессировать. И расшатывать позвонки. Есть небольшой сколиоз первой степени. Но это дело поправимо для достаточно молодого человека. Пока расслабляемся. Терпимо так. Выпустили. И еще. О, хорошо. Выдыхаем. Еще раз. Так, теперь длинный большой выдох. Расслабились. Вот сейчас мы можем похрустеть. Еще раз выдох. О, и дышим спокойно. Ну как же вы хоть? Некоторые говорят, больно, но приятно, да? Великолепно. О, договорил, зря пришел. Все пойдет на пользу, да? Угу. Ну, а вы, друзья, если настолько смотрите, то зря вы это делаете, потому что многие упускаете. Надо быть здесь, надо пробовать на себе, надо не бояться. Надо стремиться восстановиться всем телом и быть цельным человеком, цельной личностью. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Гудин. С вас подписка, а не выезде.